И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере, как он там называется, Урал Клаб, если я не ошибаюсь. Да, с модом Анунаки. На сервере 5X, и как бы все вполне, знаете, прикольно. То, что все динозавры есть и так далее. Весело, весело, очень весело в этом плане, очень бомбезно порой, но весело. Кстати, я тот, получается, коготь просрал благополучно, но я убил виверну 10 левела огненную, и вот у меня есть коготь огненный. Вот, благодаря этому всему. Кстати, как вы видите, мяса у меня просто дофига. Вот, все благодаря тому, что я очень много пытаюсь качать птера. Он у меня... какого же левела? Он у меня был... 500... Ой, сейчас не вспомню. Почти 600-го левела, 580 что-то с лишним левелом он был. И ему плюс 200 с лишним левелов прибавилось. В общем, я ему вкачал всего ничего. Конечно, я заюзал одну штуку. Вот такого вот. У меня, как видите, их уже две тайне. Вот, и я заюзал чисто в нем. То есть я закинул к нему в инвентарь и использовал. Все. То есть он в этом плане вкачался. Почему я не использовал еще две, я их оставил. Ну, они слабенькие, они маленькие, и они канают для чисто, так сказать, только что пойманных. Вот до них они конкретно прям канают. Вот. На паразавре я не юзаю, потому что смысла в этом нету. Он у меня и так вполне нормально вкачанный. Вот, весь лут я раскидал по ним двоим. И сегодня в этой серии, судя по названию, я думаю, вы догадались, я очень надеюсь, что по названию вы догадались, вот, то, что я хочу сегодня уже начать, так сказать, заниматься переездом. У меня, кстати, не всегда бывает то, что я вроде бы как начинаю с одними мыслями, а потом заканчиваю другими мыслями, как, к примеру, было в прошлой серии. Вот, и, собственно, что же... В общем, переезжать я буду в то место, где я уже был. Чисто я туда уже слетал, я там посмотрел, там все нормально, так что без лишних заморочек я туда полечу. Слетаю я как туда? Сначала слетаю я на птере. Кстати, птер ловил, я заманался как. Это отдельная история, так сказать. Я его, получается, словил болосом, вокруг обвел фундаментами, по центру поставил стеночки, сверху как успел поставить потолок, и все. Тем самым я его успел поймать. То есть я его запер и потом просто-напросто кормил. Это кошмар. Вы не поверите, насколько это было кошмар. Ну да ладно. В общем, территорию тут проверил, все нормально, хорошо, там никем не занято, я даже скажу больше, туда даже никто и не летал, туда никто не приходил и так далее. Почему я это узнал? А потому что там еще мобы, точнее динозавры, ну мобы, динозавры, одно и то же, вот, я имею в виду в плане игры. Одно и то же. Динозавры там были очень маленького левела, они все были первого, второго, шестого левела, там, ну, такого, короче, беспонтового левела на одну тычку. Вот, и поэтому, как бы, я их подзачистил немножко, и там стали мамонты появляться, 300-го левела и больше, и так далее. Вот, собственно, поэтому все именно так. Сам я уже 73-го левела, потихонечку качаюсь, потихонечку, полигонечку, но сейчас начну строительством заниматься, там кач конкретно прям попрет. Так, что там у нас чат? Люди все там дрейков ловят и так далее, а я тут спокойненько развиваюсь и познаю этот мир таким, какой он есть. В этом плане очень даже прикольно. Получается, как я сделаю, что я хочу сделать. Сейчас я вот это вот все оставляю здесь. Вот, паразаврика оставляю здесь, все оставляю здесь, все, что в нем. Я туда лечу, ловлю аргентависа, вкачиваю его на скорость, сразу же, понятное дело, этими баночками, кстати, давайте-ка тогда баночки сразу эти возьму. Че, я взлетел-то, блин, я же могу так добежать. Вот, баночками этими потами вкачиваю его, ему левел.
Твою мать, это что там за дамаги такие? Ядреные. Ну-ка, погоди-ка. Я хочу это проверить и узнать. Ага, понятно, что там за дамаги такие ядреные, все нормально. Чувак пришел покачаться немножечко. Немножечко покачаться, у него 1150 левел, как бы без лишних заморочек, он просто-напросто все ходит и убивает. Ну, это нормально. Это нормально. Я к этому привык уже, знаете, как-то. К таким цифрам. О чем я говорил? В общем, как я уже сказал, я сейчас туда сгоняю в пещеру. Я взял немножечко лута с собой, какого-никакого, чтобы можно было хоть что-то поначалу строить. И уже буду там застраиваться и развиваться. О, кецель. Как же я тут кецели буду ловить, я не знаю. Но, блин, как-то придется ловить. Ай, как-то придется. Кстати, на паразаврике, когда гоняешь, можно доставать оружие. На птере, понятное дело, нет. А жаль. Очень сильно жаль. Ладно. Что я? Полетел я уже туда. Смотреть, что-то когда где. Чудо птицы летает. Блинская ты зараза. Задумаю, она меня сейчас загасит тут или нет. Очень тяжело с этим долбанным говном. А, ну это обычно. Обычный птер, я просто он как-то под таким углом стоял, что немножко непонятно было. В общем, короче, полетел я туда и уже включусь, когда будет что-то интересное. Кстати, народ, напишите в комментариях, что это за такое. То есть, вот, смотрите, сейчас направлю. Вот, видите, самка бадас. Тираннозавр, именно вот это бадас, что это означает? Есть птеродактили, есть, я видел бобров с этой припиской и так далее. Что это означает? То есть это типа матерый или это типа элементальный какой-то? Потому что, к примеру, вот этот тирекс, он тираннозавр, он ядом что ли бил или чё? Поэтому, как бы, напишите, мне это интересно. И просто непонятно, интересно, одно другому не мешает. Вот, поэтому, как бы, очень-очень сильно жду. Просто я уверен в том, что я опять не посмотрю нигде информацию, я просто про это забуду и все. Так что, буду очень признателен, если напишите. Ну вот, на то самое старое доброе место. Как вы видите, здесь совершенно никого нету, и люди как будто бы совершенно не знают об этом месте. Возможно, не хотят здесь селиться, хотя зря, здесь вполне-таки неплохо, можно рыбачить, здесь есть жемчуг, дерево, камень, металл, здесь все под рукой, также есть животные, на которых можно покачаться и так далее. Кстати, мне вот этот вот удар очень кайфу. Просто... О, заспавнился, видали какой? 460-й левел. Вот это я понимаю. А все благодаря тому, что я их потихонечку искореняю, мелкие левелы, и, соответственно, большие уже спавнятся. Ну, а, соответственно, больших уже и кач идет большой. Вот. Че там, господи, койл. Вот. Потихонечку бегаю вот так вот сейчас тут полутаю. О, кстати, аукцион. Poison Drake. Баланс Poison Drake. Окей. Все равно не знаю, что такое за балас. Ой, бадас, господи, балас, блин. Неплохо, неплохо. Потихонечку, так можно и вкачаться. О, самое главное, в воду не свалиться, и вообще все будет нормально. Оп, вот, раздербанил и, собственно, получил экспу, кстати, это тебе скинуть. И случайно не заюзать бы. Так, что у тебя выносливость, давай тебе, о, вообще, зачетная выносливость. В общем, буду здесь уже начинать строиться. Потихонечку сейчас маленькую кибиточку построим. Возможно, начну ловушку строить. Надо понять, как здесь аргентависов томить. Старым способом или новым способом. Вот, если в новым способом, то все легко и просто. Я его просто заманиваю в ловушку и начинаю кормить безбожно. Вот, если в старым способом, то, соответственно, заманиваю в ловушку и начинаю... Томить безбожно тоже. В общем, суть одинаковая, только способы немножко разные. Вот, но для начала нужно построить домик. Домик я маленький здесь построю.
Ресурс, как видите, я себе взял нужные. Для начала построить деревянный, а можно сразу камень, по сути, построить уже. А, кстати, вот это вот примитивный пистолет у меня выпал с детеныша бронтозавра 460-го левела. Я его сдавался убивать, если честно. Ну, я надеялся, что мне их свыть, типа, много дадут. Зря надеялся, в общем. Нифига мне не дали. Так, не, буду строить, наверное, деревянно. Хотя давайте-ка я, наверное, сразу построю ловушку. А уже из оставшихся ресурсов построю дом. Вот, ну, ловушку я уже строил, смотрите, у меня на канале. Ну, их там несколько типов. Вот, и причем на этой же локации, на этом же месте, я бы так сказал. Вот, поэтому, как бы, если интересно, то пробегитесь по каналу, и вы найдете эти самые ловушки. Они так и называются, там что-то ловушки, бла-бла, все дела. В общем, строюсь. Так, ну что, ловушка готова. Аргентавис за мной летит. Нашел 480-го левела. Думаю, пока что хватит. Так сказать, на первое время. Не знаю, как его приручать, поэтому решил сначала загнать, как, так сказать, ловушку сначала. А потом уже... Так, за мной лети, скотина. Вот, а потом уже буду смотреть, что да как, да зачем с ним делать. Вот, так, ну-ка, давай-ка точно проверим. 480-й. Да, вот он, самец, 480-й левел, так что все пучком. Все нормально. Ловушку я делал... Так, ну что-то там в натуре, это медленный такой. А ловушку я делал на этаж ниже сделал, нежели раньше, да, на этаж ниже получается. Даже несмотря на то, что у меня стоял ворота на полу, а сейчас на фундаменте, то все равно на этаж ниже. Но я все равно делаю только для аргентависа, так что какая разница. Вот, потом все равно потолок буду сносить и так далее, чтобы другие смогли входить. Так, что еще... Эй, слышь, козлина, ты где там в натуре опять застрял? Я тебя сейчас завалю. А, вон он, что ли? Ты смотри-ка, точно вот он. Давай уже, за мной лети. Я тут на тебя покушаюсь, давай за мной лети. Во, днище. В общем, сделал я его, эту ловушку, не из оконных проемов, а из дверных проемов. Вот, она получается колоннами. Я понял, что через дверной проем проходят лишь единицы, и эти единицы можно и так притомить, как бы, без лишних заморочек. Вот, да и эти единицы влазят там в коробку один на один, так что... смысла нет устроить большую коробку, поэтому означает, что можно и из такого, так сказать, материала сделать. Вот, чтобы оконный проем лишний раз не изучать. Что еще? Ладно, сейчас уже загоню эту скотину в ловушку, и там включусь, так сказать, проверим, как его томить. Ну, вы понимаете, что я делаю, да? Я томлю нового птера. А все почему? А потому что я дебил, я там не положил чертову кровать. Я забыл положить, ни спальник не положил, ни кровать не положил. Ну и, понятное дело, аргентавец меня достал, когда я собирался уже его в ловушку закинуть. Он меня просто зацепил. Причем конкретно зацепил, он меня один раз ударил так, что мне переломал ноги. А, ну, кости, понятное дело. Вот, а второй раз он, понятное дело, добил. Я не знаю, живой он, не живой, что, да как, да где. То есть, кто там... Да твою мать, ты дерьма кусок, выходи из этого конченого меню. Твою дивизию, дерьма. Кусок, лагающее говно. Да потому что, блин, это дерьмо лагает. Собственно, из-за этого я и сдох. А, у меня из-за пролага он меня просто тормознул. И все. И трында, короче, настала. Ну да ладно, не в этом суть. Я, в общем, притомил нового птера, и все как бы хорошо. Сейчас создам новую... Ох, сверкает. Просто кошмар. Придется еще сейчас пережидать сидеть. Состряпаю новую себе этот, господи, седло и без лишних заморочек его сгоняю туда.
Вот, так что как бы это все не проблема, не беда. Чё уж поделать, куда деваться, если уж так случилось у меня. Так, что там на него нужно? А, не помню я, нифига, вот склероз долбанный. Так, кожа, волокно, хитин, точно, кожа. Отлично, у меня кожи-то нету, я там всю свою кожу взял с собой. А, волокно, и волокно тоже у меня, походу, дела нету. Ну, отлично, пошел, короче, собирать все это говно. Я все с собой забирал. Вот, ну, благо все ресурсы в птере, так что, как бы, сильно не проблематично. Ах ты ж дерьма, кусок, ах ты ж ублюдочная тварь. Ах ты ж, я тебе сейчас, тварина, завалю. Завалю нафиг, ублюдочная ты тварь, завалю. Ах ты ж, твою мать, а. Ну-ка, давайте-ка, вальните его нафиг. Это ублюдочное создание. Вот, понеслась. Понеслась, просто понеслась. Давай, давай, ну попадай, ну попади ты, твою мать, как меня бесит птеродактили вот своим идиотизмом. Летает по кругу, а толку никакого. Вообще никакого. Ну, давай, давай, давай. О, пошла, пошла вода, давай. Слышь, я сейчас с этим, как-то там, паразавру, блин, вытащу, и то больше толку будет, чем от тебя. Днище это долбанное. Такс. Вот так вот, ибо нефиг. И второй. А, твою мать, я своего зацепил. Отлично! Червь! Отлично, ваш птернодон убил червя. Отлично, первого левела, это хорошо. Червь, я его не увидел, ночь, сраная ночь. То бы ночь, благо червь был первого левела. Но меня просто фаншотил. Меня просто фаншотил, и вообще, это просто отстой! Дерьмовая ночь, и все, твою мать. Червь смерти, твою... Погоди-ка, ваш птернодон убил, или вашего червь завалил. Ой, это дебильная игра, лагающая дерьмо, и она меня бесит все сильнее и сильнее. Я опять залагал, я не смог отбежать от него, и я залагал. Ой, ненавижу я эту игру за то, что она лагает. Твою мать! И какого фига ты здесь у меня появился? А, ну это какого фига я здесь появился? Отлично, 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 просто замечательно. Какого фига я там появился? А, ну хотя по сути да, я же тут где-то должен быть, я правильно появился. Так что все правильно, единственная проблема это то, что ночь и ни черта не видно. Долбанное дерьмо кусок. Ах, кошмар. Я ненавижу эту игру за то, что она дебильная, конченная, лагающая говно. И все, пожалуй, это единственный минус в этой игре. Фу, ну вот я наконец на птере. О да, вы бы знали, как я за этот час намучился. Ну и, как говорится, много птеров не бывает, у меня их два. Один у меня практически 800 левел. Кстати, томил я их прайм мясом. Вот, а другой, что-то я 105, а вот 156 левел. Я его 105 томил, он стал 156 левел. Тот птер, походу, сдох все-таки. Вот, и все печально, короче, я вам так скажу. Твою дивизию, а? Ну что такое? Отлично. Так, мне бы отсюда как-нибудь бы слезть. Ну ладно, окей, сейчас перелетим. Так, а где тут второй-то, блин? А, вон, все, отлично. Второе седло у меня есть. Второе седло я скидывал сюда, я его не всрал, и слава богу. Кстати, у меня два яйца бронта есть. Вот, и это отлично. Я за них даже не огребся, потому что там поздыхали все, чьи были яйца. Вот, ну, такие слабенькие, да, слабенькие, не спорю. Ну, зато, блин, это лучше, чем вот так пытаться томить. Вот, это на тот случай, что если я опять зафейлюсь, то у меня все будет хорошо. Вот, и сейчас сразу же, короче, вот сейчас сразу же делаю спальник. Сразу же делаю спальник. Так, что мне там надо на спальник? Мне надо кожи, что-то кожи не хватает.
Вот, сразу же лучше 2 даже сделаю. О, не, ну 4 это перебор, я там думаю, 2 там мне хватит уже. Вот, и уже стартану туда. Вот в натуре, это просто кошмар. Я очень рассчитываю на то, что там термо живой. Ну, если не живой, ну что поделать, чё? Лох, это судьба, а я так это вообще... Я так вообще могу, умею, практикую. Вот, так, мясцо надо закинуть в тебя. Тусуйся здесь. Никуда не иди. Так, надо тебя на нейтрал переключить. Вот. И, собственно, сейчас уже полечу туда. Я все-таки хочу притомить аргентависа. Как ни крути. Ой, ну это просто ад какой-то. Если честно, это просто какой-то ад. Реально, это... кошмар какой-то. Ну ладно, в общем, не проблема, не беда. Кстати, что тут по характеристикам? Ой, это явно не то смотрю. Думаю, как так, 2200 выносливость. Так, выносливость, кислород, еда, вес. Ну, вес нормальный. Урона побольше, здоровья побольше. Выносливости поменьше. Ну, в общем, нужно будет скорость передвижения вкачать, урон вкачать. И выносливость за 4000 все-таки хочу сделать. И тогда будет все хорошо. Ой, ладно, все, полетел я туда-обратно домой уже, можно так сказать. Вот, и, в общем, дебильный остров с дебильными динозаврами и с дебильным, там, просто кошмар. Перечислять долго, там с какого-то перепоя очень много гигантопитеков заспавнилось с другой стороны, и это... А еще тупые муравьи. Просто жуть. Мне не хватает здоровья, если уж на то пошло. И брони у меня не хватает. Кошмар. Кошмар. Но не мог не поделиться этим. Мне просто нравится раскраска этого птера. Я вот сейчас лечу, со всех сторон обсматриваю. Конечно, вот фиолетовый гребень, конечно, не очень. Но в целом прикольная раскраска. Такая прям нравится. Прям красивая. Красивая раскраска. Прям... Ах! Прикольный, прикольный. Да, очень прикольный. Вот, ну а тем временем я уже половину пути долетел и просто решил поделиться немножечко информацией. Блин, про лаги, все. Вы прикиньте, он живой, он живой, он живой, он живой, он живой, твою мать, он живой. Почему я так беспокоюсь? Ну, ресов много. В основном мясо, мясо нужное. Вот. Кстати, селитра это нужно, оказывается, для того, чтобы томить големов. Вот. Ну и, конечно же, вот это вот experience. Experience potion это то, что мне сейчас нужно. Вот. Ну и, конечно же, в первую очередь это вот так вот раз, вот так вот, потом сюда вот. Ну давай куда-нибудь там вставься два и все отлично. Experience Potion. Кстати, это получается уже 800 левел, а этот 798. Но этот еще не вкачанный. Ой, так, использовать. А теперь смотрите, фокус. Хобана, ах ты ж говно. Не понял. Не, фокус не... Факир был пьян, фокус не удался. Вот, ну-ка, а теперь фокус удался. Да, фокус удался. Все отлично, скорость передвижения также делаем 250. Мне вполне понравилась такая скорость передвижения. Так сказать, чтобы не сильно много и чтобы не сильно мало. Да, вот так вот. О! Именно то, что нужно. Вот, ну а дальше уже буду качать немножко выносливости. Опять-таки же до 4000 и дальше буду дамаг уже качать. Вот, в общем, быстрая штука теперь у меня. Отлично. Теперь другая проблема. Как эту тварь приманить под названием Аргентавис? Единственное, я о чем думаю, смотрите, Аргентависы, они по идее не пролазят в размер 1 на 1, да? Они же не пролазят, им нужен 2. Твою дивизию, ты чё, блин, закрываешь? Им нужен 2. Так, что означает? Тихо, твою ж налево, а? Ну ладно. Вот, что означает, я просто-напросто сейчас уберу один потолочек, и все будет пучком. То есть я на птере также буду лететь, просто... Я ворот не с той стороны поставил. И просто вылечу.
Наверное, сейчас легче будет просто мне ворота снести и переустановить их. Я сейчас просто так подумал, это реально будет намного дешевле в плане нервов. Но сейчас еще раз попробую. А там посмотрим. Посмотрим. Сейчас у меня есть птеры здесь, птеры там, птеры везде, все, короче. Ты твою ж дивизию ж. Так, вот этот, короче, разрушаем. И по идее я должен вылететь, а он должен застрять. Теоретически. Вот, ну а практически, вы скоро узнаете. Решил, короче, сильно не наглеть. И начать с малого. Сейчас вот нашел аргентавис самку 55 левела. Кстати, вот этот черный булыжник, лучше к нему не подлетать и не подходить. Это голем. Долбанный голем. А, черт, я чуть не пересрался, когда он просто булыжник начал двигаться и вставать. Я как шкребанул оттуда. Кошмар. Так вот, в общем, решил сильно не наклеить и начать с малого. На тот случай, если что-то пойдет не так, то я могу завалить его, и все будет нормально. Вот. Ну, а если что-то пойдет так, то есть я его приручу, то лишним не будет. Лишние, как говорится, моя армия летунов, это всегда показатель того, что я, если что-то у меня пойдет не так, а поверьте мне, у меня постоянно что-то идет не так, то я с этим, благодаря этому летуну, блин, долбанное дерево, не видел, оказывается, подлетел уже, я благодаря дополнительному летуну могу исправить ситуацию. Вот, поэтому как бы лишних летунов не бывает, тем более аргентависы. Да, 55 левел не так уж и много, но в целом, как просто транспортное средство, очень даже неплохое. Вот, поэтому сейчас я уже подлечу туда, если, так сказать, застрянет, так застрянет, если не застрянет, так я его завалю, ну, собственно, сейчас уже включусь. Ну... По истечению двух спальных мешков, да, аргентавис застревает, и все как бы хорошо. Единственная, пожалуй, проблема, то что я, как обычно, все фейлил, и даже было желание сначала завалить этого аргентависа, но решил не делать этого. Вот, ну, в общем, что, так, пусть он, вроде бы, они должны оглушать, но я не уверен в этом. Вот, поэтому, в общем, пускай там аргентавис сидит, сейчас я сделаю стрелы, сделаю, короче, все это дело, и уже, то есть, наркотик, все дела, так что, пускай там сидит, короче. В натуре. Ну ладно, застревает на том хорошо, сидит там и никуда не денется, не рыпнется, так что все прекрасно. А я пока потихонечку пойду пособираю. Или быстрее будет на базу сгонять. Да, реально будет быстрее сгонять на базу, потому что там у меня есть все. Единственная только проблема, главное, чтобы не задиспавнилось. Вот. Так, кто из вас быстрее? Вы у меня одинаковые. Вот, так что полетел я, в общем, на базу. Но для начала я здесь еще пару спальных мешков сделаю. Твою мать. Мегапитек. Он буквально недалеко от моего дома. Просто недалеко от моего дома. В натуре. И я не знаю, что с ним делать. И... Ну как недалеко? Ему, конечно, нужно пробраться туда и так далее. Но, блин. Мегапитек. В натуре. Кстати, узнал про Poison Arrow. Анунаки Poison Arrow. И... написали, что они не просто лучше, они намного лучше, чем обычные транквил стрелы. О, не задиспавнилось, отлично. Вот, они лучше, чем транквил стрелы. И также я у себя нашел джевелинг. Джевелинг. Это копье. Нашел копье, оно с таким же эффектом, по-простому говоря. Вот, и, собственно, так вот мясца. Там будет немножечко взять. Хотя не стоит. Вот оно мясцо. Я думаю, я же брал вроде бы мясцо нужное. Кстати, спальников я положил 6, хотел положить 5, и положил вот эти 6. Ну вот, ну, лишний состряп. Тут в натуре прям я могу пол сервера за, ну, грубо говоря. Так, ладно, давайте смотреть джевелинг. Так, ага, конечно.
чую, я сейчас мне этим дживелингом, короче, прилетит. Ну его нафиг, короче, не буду я рисковать. Вот, а лучше Poison Arrow. Ууу, какой эффект! Интересно, сильно прям колбасит, наверное. Ну-ка, давай-ка третью. Кстати, лук у меня фиолетовый. Я надеюсь, не убил. Нет, спит, отлично. Фу, три стрелы всего. Всего три стрелы, это вообще зачет там. Лук у меня фиолетовый. Лук, эпик лук этот я не помню откуда-то залутал. И это офигенно, если уж на то пошло. Вот, ну, в целом, неплохо. Неплохо. Самка Аргентависа. Так, давай-ка дверька откройся. Все пучком. Вот, ну и, собственно, все. Остается только изучить седло и состряпать седло. 1200 инграм. Я манал. Да, что-то я давненько я сюда не залазил, если уж на то пошло. Так, седло Аргентависа, что на тебе нужно? Хитин, волокно, кожа. Ну, короче, то же самое, что и для... А что ты? Кущай! Кущай, дорогой! Сущий, да... Кущай! Ёб твою ж налево, у тебя оглушение просто... У тебя только оглушение начало спадать. Чувайха! Чувиха. Что-то конкретно, походу, дело там и двух выстрелов бы хватило. Что-то там с оглушением прям конкретно. Все жестко. И... Слушай, ты что не хаваешь? Первосортное мясо. Обычное первосортное мясо. Ты чё? Не хочешь, что ли? Ну ладно. Так, что я хотел сделать-то? Что я хотел сделать, я уже забыл. А, седло хотел сделать. Так, ну ладно, я сейчас приручу, седло сделаю и уже продолжу. Так, ну и все, собственно, вот она притомилась. Пережили мы рестарт сервера, да. Сколько? Минут 10 валялось при рестарте. Но в целом все нормально. Аргентавис у меня есть. Медленная, конечно, очень сильно медленная. Я ее качать не буду, в том плане, что скорость и тот пот использовать я не буду. Буду просто использовать как запасной вариант. Да, я покачаю ее в том плане, что я кого-нибудь поубиваю и так далее. Но это будет всего лишь навсего запасной вариант. Так, кстати, а что он так? Вот смотрите, лечу так. Оп, и тормознулся. Всегда что ли так было? Не знаю. В общем, вот такой вот у меня, не знаю, как назвать, автопарк, это когда машины, а здесь как назвать, ой, что-то как-то слез неправильно, здесь как назвать, даже не знаю, но вы уже по названию поняли, как это назвать, потому что я название уже 100% назвал так, как я хотел назвать, ну или просто, не знаю, в общем, как-то так, в общем... Летуны есть, Аргентавис тоже есть, я буду томить большого левела Аргентависа, понятное дело, вот, но для начала нужно будет построить какой-никакой дом и так далее, вот. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делитесь моими видео с своими друзьями, всем удачи и всем пока!